Вчера в лесу нашел гриб на пеньке, ну и вот хотел посмотреть, что он тут из себя представляет. Ну вот, примерно 10 сантиметров, ну а сколько по весу он, я не знаю. Может быть, его растопчут, тут вот люди ходят, дорожки влево-вправо. Ну что за странное создание, это непонятно, я такого вообще не видел. Ну ладно, посмотрим, что будет завтра.